есть определенные перекосы, те, которые, в общем-то, по моему мнению, как врача, они не должны быть. Ну, то есть доктор, работающий на полторы ставки в отделении реанимации, который там круглые сутки находится, то есть у него там от 3 до 6 пациентов, за которые он несет ответственность и должен принимать решение, да, получает там 80 тысяч рублей. Да? А санитарка, работающая в этом же отделении, ну, на 2 ставки, 88. Но это не совсем правильно. Я считаю, что тут надо достигать какой-то дифференциальной оплаты труда, то есть каждый труд он должен оплачиваться в соответствии с трудовым договором в зависимости от его сложности, необходимости принятия решений и наличия специального образования. Ну вот, я думаю, что в ближайшее время начнем эту работу по урегулированию этих вопросов. Ну и обеспечить.